Скажіть, там на кадрах зараз показують, як просто розвалюються автомобілі, вивалюються двері. Та, чи наскільки вони убиваються під час такого, оцих трас, перегонів, і як важко потім їх встановити? Ну, взагалі автомобіль робиться так, щоб він выдержал и выиграл одну гонку. А после этого... Лише одну. Да, после этого его надо перебирать и готовить следующие гонки. Ну, и на гонке, можно сказать, там не жалеют их, там рубятся по полной. Да. То есть ресурса должно хватить вот, победить в этой гонке. А потом же як. А потом уже погрузил на лафет и все, что осталось, повез домой перебирать дальше. Везли, забрал и поехал. Чи відомо вам, чи знаєте ви якісь інші проєкти у світовій практиці, так з подібними, як у вас, задумами? Зйомки ремонту, потім викладання в інтернет? Ну в інтернеті відео я не зустрічав, наверняка воно є. Тобто, наверняка викладають відеоролики, я не зустрічав. А телевизионные проекты зарубежных каналов, ну, конечно, есть много. И они как бы послужили вот все-таки толчком для того, чтобы вот сделать подобный проект. Тут для вашей идеи у цієї, так, все-таки? Да, вообще как бы таким толчком послужило, я накануне с дочкой смотрел детский канал. И там есть, ну, это зарубежный сериал, у них там есть школьников есть как бы свой интернет-канал. И они там снимают интересные, потом вся школа смотрит. И вот это послужило толчком, потому что ну, как бы это, ну, достаточно просто, то есть выложить в интернете, донести это до вот тех людей, кому это интересно. То есть мы выкладываем на тематических сайтах, вот именно внедорожных. Вот так вот начался этот проект. И вот тут как бы подвернулась уже давно стоящий автомобиль, который, ну, 2 года, к сожалению, простоял. И вот мы его начали делать. Вы решили реанимувати, да? Да, уже, наверное, второй раз. Это мой автомобиль уже порядка 10 лет, и вот это, наверное, последняя уже его реинкарнация будет. То есть вы особисто принимаете участие в таких перегонах? Да, конечно, конечно. Не только участвуем, но и организовываем. Прикольно. А скажіть таке запитання. Мені відомо, що під час ремонту вашого концепту використовувалися водопровідні труби. Розкажіть про це більш детальніше. Можливо, ще якісь секрети є цікаві? Ні, ну, на самом деле, це шутка. У нас просто була одна серія, яку ми зняли. Серія називається «Вопросов и ответов». Дело в том, что очень много разных вопросов задают на форумах и, в частности, больше на российских, потому что там они уже далеко зашли в плане подготовки подобных автомобилей. И мы очень долго думали, каким образом ответить на эти вопросы. Пытались серьезно ответить, но не получается. Поэтому мы решили сделать такую шуточную серию, где вот таким образом ответили на все вопросы. Но россияне не поняли этого юмора, поняли только наши украинцы. Они там очень серьезные все почему-то. Поэтому... Тобто водопровідних труб там немає? Нету там водопроводных труб, там все, вот, все правильно. Боксе есть тепло, так что там все боксе хорошо, тепло, да. А якісь ще курйозні моменти є, пов'язані з вашим ремонтом? Ну, щось таке пригадати, цікавеньке щось траплялося під час зйомок? Конечно, потом приходится редактировать, потому что там и мат встречается иногда, когда что-то не там получается. Где-то на донецком форуме задали вопрос, что что-то как-то все гладко у вас проходит. Нет, ни мата не проскочило, ничего. Самые культурные. Но мы решили, мы под конец решили подготовить такую серию, то есть то, что не вошло в этот... Да, потом выложить. То, что не вошло в эфир. Окремо, да? Там особенно, когда по пальцу что-то попадает, да? Нет, по пальцу там нет, а ну какие-то рабочие моменты там что-то, то есть много интересных моментов есть, да. То, что не покажешь. У них как бы не вклеивается, а именно отдельно посмотреть, ну, интересные моменты есть. Чи придумали вы якесь имя, якусь цікаву назву для своего для дітища? Пока нет. Ну, пока нет. Когда автомобиль сделается, да, тогда уже будет, наверное, какое-то... В процессе.
процессе, в процессе родиться, когда он уже какое-то станет название. Какой-то завершенный вид примет, там уже, думаю, что-то придумает. А признайтеся, скільки йде зйомка однієї серії? Адже вона в реалі йде 4 хвилини. Скільки доводиться це все знімати, редактувати? Тобто, як це працює? По суті, якщо, допустим, знімається там передній мост, к примеру, да, то понятно, що поки Макс його там розбирає, перебирає, і це все знімає там до протяження там 1-2 дня. Ну, смотри, що, якщо, наприклад, кузов там ділився у нас несколько днів, то есть його там поки там что-то где-то стоит, раз там кузов, да, там попиляли, там, ну, и поэтому, допустим, кузов снимался несколько дней, пока его постепенно делали, пока его там что-то покрасили, сохнет, да, там снимается, там, ну, делается другое, я, соответственно, снимаю тот процесс, который делается. Вот, и поэтому по-разному, как вот блок сделали, да, если там двигатель перестанавливали, там, да, пару часов, то понятно, что эти пару часов снял и тут же вечером и выложил, потому что же есть готовые. Скільки часу ви проводите у боксі під час ремонту? Ви там ночуєте? Я знаю, що люди, які просто це без цього не можуть, вони там і живуть. Розкажіть, як у вас це відбувається? Да, ну цілими днями там знаходимося, зачастую до 9, до 10, до 11, до 12 буває. Ну, бувало. Прошлої неділі працювали як стахановці. Бувало з ночівкою. Ну, потому что, коль подобный проект затеяли, надо как-то, ну, наверное, не опозориться, да. Потому что начать делать автомобиль, а потом его отложить, и, ну, это неправильно. Поэтому делаем. Вот сейчас у нас несколько дней выпало, ну, рабочих. Сейчас будем наверстывать. Наверстывать будем сейчас, как стахановцы, работать. Максиме, чи збираєтеся ви після того, як завершите свій цей винахід, його якось запатентувати, чи... Чи це буде просто власний автомобіль? Я думаю, що це достатньо складно запатентувати. Це как бы не є якимось изобретением. Подобних автомобілів скоро у нас з'явиться багато, тому що внедорожне движение розвивається. В Росії, за рубежом, ну, дуже багато подобних автомобілів. Поэтому запатентувати вряд ли. І... По суті, здесь какого-то изобретения нет. Это просто... Непривычный вид, конечно, простому обывателю, да, но в целом вот в тусовке так 4x4 это нормально, да, и люди, в принципе, понимают и как бы вполне. То есть получается, здесь как бы строится машинка такая, чтобы на ней можно было вот, участвовать в соревнованиях. И поэтому. И останнее запитание. Останнее.